Купился я на хорошую дорогу. Thank you.
памятник Родина-Мать с мечом. Далековато, правда. Боковую камеру снимается Волгоград.
всем улицам не проехать. Не хватит ничего. Ну вот. Кусочек Волгограда. Можете посмотреть. Конечно, не очень с этими отбойниками, панелями. Ну, что смогу. Продолжение следует...
13 градусов пройдено.
места ночевки 200 километров, движение 4 часа 6 минут, средняя скорость 49 километров в час, расход бензина 5,6, запас хода 330. Вы, значит, постановили, что Конституция Польши выше, чем законодательство ЕС, и имеет перед ним приоритет, безусловно, польская юрисдикция в части конституционного права. Вот, кстати, этот акт ничем не отличается от актов других европейских стран, ну, таких как Германия, Франция, та же Италия. Вот. Но эти акты в других европейских странах не вызвали такого бурного протеста и непринятия, как то, что это было решено именно в Польше. Вот насколько это, ну, признак системного процесса, и что дальше с Польшей будет происходить, тоже ведь любопытно. Страна великомученица. Ну, это с одной стороны, она страна великомученица, хотя, знаешь ли, мы тоже мучились не меньше, да, а мы побольше. Вот. Ну, да, действительно, польский вопрос вызвал обеспокоенность. Ну, Моровецкий, который, собственно, и обращался в Конституционный суд Польши за разъяснение того, какое, ну, какие нормы выше. Значит, он так это и аргументировал. Ну, там полный документ, он больше сотни страниц я включил. Ну, в частности, точка зрения была какая, что вот Франция, она в апреле этого года, значит, правда, это в рамках конкретного спора было, но тем не менее, значит, провозгласила, что французская конституция имеет высшую силу над правом ЕС. Потом, спустя месяц, в Германии было принято решение Конституционного суда, опять, которое подтвердило верховенство конституции Германии. Потом Румынский, как можно сказать, принял такое же решение. Ну и вот Моровецкий предупреждает, что это как-то, ну, дело. Thank you.
солнце печет. Thank you.
Thank you.
родителей в городе Герой Волгоград по адресу улица Автомобилистов, дом 1. Для вас работает автосервис и магазин запасных частей «Дигач». Мы производим ремонт отечественных и импортных грузовых автомобилей любой сложности и всех видов. Подробности по телефону 50-48-07-20-52-32. Мы ждем вас. Желаем вам ровных дорог и ни гвоздя, ни жезла. Ограничение.